Ранее эти собаки классифицировались как тип, а не порода. Под этим названием объединяли собак с различными особенностями экстерьера. Как и многие другие представители группы терьеров, расселы были выведены для участия в охоте на некрупную дичь, обитающую в норах. Свою славу превосходных норных псов терьеры нашли не за свирепость, а за звонкий голос и высокий интеллект. Питомец любит охотиться на крыс. В давние года собака по кличке Вампир установила рекорд, уничтожив за год около тонны грызунов. Высота прыжка этих собак в 5 раз превышает его собственный рост. Это означает, что собака высотой в 30 см может прыгнуть на 1,5 метра вверх. Джек Рассел Терьер сыграл одну из ключевых ролей в культовой комедии «Маска». Именно после выхода на экраны этого фильма стала расти популярность породы. В России эта порода входит в топ-5 самых популярных собак. Задавайте свои вопросы в комментариях и до скорой встречи на канале Хвостньюз. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.